Уважаемые покупатели, на обзоре колоночка 2025 от компании Eltronic. Основные характеристики данной модели: это мощность 40 Вт, встроенные динамики по 6,5 дюймов, плюс твиттер находится вверху. Вес данной модели в упаковке 6,6 кг. Аккумулятор 3,6 тысячи мАч на 7,4 вольта. Данная модель небольшого размера. Высота колонки 59 на 26 на 25 сантиметров. В комплектации данной модели у нас микрофон беспроводной, пульт и зарядное устройство. Вот, по панели управления перемотка вперед, перемотка назад, крутилочка громкости, кнопка меню. При нажатии кнопочки меню мы регулируем высокие частоты, еще раз нажимаем, регулируем низкие частоты. Также является данная крутилочка, это у нас просто громкость. Вот. Потом кнопка мод, это режимы у нас RFM радио, AUX и Bluetooth. Подсветочка, меняются разные режимы кругов, play, пауза, TWS, микрофон проводной 1-2, line, то есть AUX, кому как понятно, TF-карта, microSD, кто понимает по-другому, USB, коннектор зарядки, индикатор зарядки, кнопка включения и выключения. Вот такая колоночка красивая, небольшая, компактная. Так, сзади ручка, фазоинвектор. Ну, немножко послушаем. Режим громкости не на всю, так как будет захлебываться, когда слишком громко, нужно ее понастраивать по низким частотам, по высоким. Так, заказать данную модель у нас можно electronicrossiya.ru, также сайт muzon.ru, или же номер телефона будет под роликом, звоните, пишите, заказывайте, или же просто приехать в магазин, город Подольск, Ленинградская, действительно, можно посмотреть и пощупать вживую. Спасибо, до свидания.